Эй, ребят, где вы? Где вы? Всем привет! А если более-менее серьезно, то всем привет, с вами Шет, и я хочу показать вам то, что я недавно получил, приобрел, нашел. Это Oculus Rift. Вот этот Oculus Rift — это шлем виртуальной реальности, если кто не знает. Такая крутая штука, как одеваешь ее, и ты можешь крутить головой вообще в разные стороны, и там в экране тоже все крутится в разные стороны. Я считаю, что вот за такой фигней будущее всех игровых вообще вещей, потому что это очень круто. Это в десятки раз круче, чем смотреть на мониторе, какая бы качественная картинка на мониторе не была. Конечно, качество картинки тоже играет большую роль, но вот когда ты вот интерактивно все вот это делаешь, это просто огонь. Давайте я покажу вам, что вообще это такое и как это работает. Начать я хочу с очень известной штуки, которая называется Rift Coaster. Rift Coasters — это такие вот американские горки для Oculus Rift. Многие люди это уже делали, вот вообще первым делом, когда я его взял, я вот попробовал эту штуку. Зацените. Вот я, по идее, вижу... как все реально. По идее, я вижу вот один экран, на котором есть два изображения, каждое для каждого глаза. И... ёлки-палки, как высоко-то, а? И эти два изображения с помощью линз делятся на глаза. Я вам это все потом объясню, а пока что, вот, если честно, я вот это все вот могу смотреть, видеть, это все офигеть, насколько реально. Вы даже представить не можете. Так, ладно, блин, высоко, однако. Ёлки-палки. О, там река, прикольно. Офигеть. Оу, оу, е. Оу, нет. Блин, вот сейчас, вот это всегда страшно бывает. Да! Жесть! Господи! И самое смешное, что я сижу на месте, ничего не происходит, а, блин, вестибулярный аппарат просто сходит с ума. Воу! Воу! Жесть! Жесть просто! Нет! Черт возьми! Оу, е! Фу! О! Ну и все, и оно пошло по новому кругу. О, ладно, ребят, на этом пока достаточно. Вообще, ребят, вот эта штука — это просто огонь. Вы только представьте, какие возможности она открывает. Можно записывать хоррор. Хорроры будут реально страшными. Ты будешь там просто охреневать от страха. Можно погружаться вот в Half-Life, в Mirror's Edge, в любые такие крутые игры. Это мне очень кажется перспективной вещью, и я хочу с ней сделать несколько видео. У меня получилось ее включить, запустить во многих игрушках. Если вы хотите, пишите в комментариях игры, которые хотите увидеть с этой штукой, и я буду их снимать раньше. А так я хочу попробовать записать вообще все, что у меня получилось запустить, и попробовать это посмотреть вживую и поделиться с вами впечатлениями. Если честно, я никогда бы не подумал, что это настолько крутая вещь, если бы на своей шкуре ее не испытал. Потому что, ну, крутишь головой, а когда ты внутри, ты не видишь ничего, кроме этого экранчика. Ты не видишь ничего, кроме того, что тебе подается, того изображения, которое тебе подается на глаза. И все. Это просто, я считаю, огонь. Ну, так что, ребят, ждите скоро видео про этот Oculus Rift. У меня получилось не запустить Outlast, и Outlast офигенно запустился. Так что у меня, если честно, есть давнее желание его записать. Ну вот, сейчас появилась возможность довольно интересная. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, если вам понравилась эта штука, если вы хотите видеть видео с этим, то ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии, рассказывайте об этом друзьям. С вами был Шет, и всем до новых встреч, всем пока!